На повестке дня заседания антитеррористической комиссии были затронуты вопросы: организация работы в сфере миграционной политики, регистрация иностранных граждан, прибывших на территорию Хасавюрта, а также проведение очередного этапа оперативно-профилактической операции «Защита». В качестве основного докладчика по вопросам состояния работы по реализации требований к антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей выступил директор автостанции Магомед Османов, который отметил, что при пассажирских перевозках на дальние расстояния личные данные пассажиров заносятся в базу. Идется вещание диспетчерами о мерах предосторожности за забытыми или брошенными сумками, коробками каждые 15-20 минут. Мы оповещаем граждан об осторожностях, правилах поведения в случае нештатной ситуации. Работники охраны круглосуточно ведут и обход объекта. Автовокзал оснащен камерами и световыми объектами. Определена зона и ведется контроль въезжающего транспорта на территорию автостанции. Усилена охрана объекта путем отделения зоны посадки межсубъектных автобусов. Увеличено число работников охраны, созданы ночные группы дежурств, дополнительно установлены световые объекты посадочных площадок и прилегающих ей территорий. В продолжении по данному вопросу выступил заместитель главы администрации по вопросам безопасности Хайбулла Умаров, особо отметив, что граждане стали намного бдительнее в вопросах безопасности. На сегодняшний день в каждом населенном пункте ведется контроль за транспортом, который въезжает на ту или иную территорию. На территорию просто так заехать, как раньше, уже невозможно. Стоит шлангбаум, стоит человек, контролирует эту ситуацию, брошенный транспорт. Тут же, если ты останавливаешься за шлангбаумом, сразу подходит человек, просит убрать машину, тоже результат. Потому что раньше это была территория, каждый мог бросить машину, уйти, и это никто не контролировал. На заседании также был затронут вопрос о ходе исполнения решений Национального антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии в республике и на территории муниципалитета. Бика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».